Минобороны уполномочено объявить о реализации неиспользуемого высвобожденного движимого военного имущества, имеющего реальные перспективы применения в народном хозяйстве. Теперь неприкосновенный запас вооруженных сил, десятилетиями копившийся на складах, доступен и вам. Спешите приобрести военные грузовики, которые ни разу не вышли за пределы своих гаражей. Абсолютно новые полевые кухни, тяжелая строительная техника, железнодорожные вагоны и тепловозы, лом черных и цветных металлов, а также котелки, шинели, пилотки и многое другое. Комфортные условия для покупателей в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015» обеспечит крупнейшая в стране площадка для проведения торгов по продаже движимого армейского имущества на территории парка «Патриот». Аукционы будут проходить ежемесячно. Качество проверено в армейских условиях. Предлагаемое к продаже имущество находится в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и других российских городах. Неприкосновенный запас теперь и для вас. Подробности на сайте Министерства обороны России.